Индивидуальная работа и только индивидуальная работа. Ну а тем, кто после этой работы, скажем так, после расслабления, рекомендую и даю некий подарок, называемые мудры. Мудры особенные. К этим мудрам я привязал некоторые руны. Так что те, кто будет использовать эти мудры, они получат поддержку руны, поддержку мою. Некоторые из них имеют особый статус, скажем так. Первое, самое простое, мудра. Ну, мудра — это любые комбинации вот пальцев любых. И не только. И положение тела, и все остальное. Так вот, достичь еще большей синхронизации помогут объединение ментала, некого физического положения тела и дыхания. Ну, дыхание рекомендую. Я давал некоторые техники, как совместить дыхание, сознание, ментал, то есть квантовое осознание, квантовый уровень, астральный уровень и эфирный уровень. Ну, могу сказать еще. Очень интересно помогает проникнуть вглубь себя техника, как поиск перехода. То есть между вдохом и выдохом или выдохом и вдохом есть некое состояние. Если попробовать пытаться понять момент перехода, то можно углубиться в себя немножко больше. Ну, вернемся к нашим рунам, точнее к нашим любимым. Мудрым. Так вот, первое мудро — это найти себя, ну, скажем так, стать собой. Отсечь все лишнее. Она очень простая. Два уголка, две скобки. Ручки вот так. Вот. Именно уголок. Потому что вот так это не совсем то. Это просто, ну, оберегание. Но тоже полезно. Можно сделать вот так. Перед грудью, либо перед лицом, но в то же время одновременно чувствуем свое эфирное тело. Уголками. Вот на уголке я повесил одну руну. И мы одновременно чувствуем разные все уровни силы. И примерно чувствуем, вот как самого себя сжимаем, так вот, оттекая, отжигая все лишнее. Потому что поток силы такой, можно, ну, если все правильно почувствовать, то как вот все чуждое, оно как сжигается. Это огненные, скажем так, руны золотые. Дарю. Вот такое ощущение. Можно почувствовать. Именно вот уголок. Можно почувствовать. Большой палец, он прижат. Вот так не надо, чтобы торчал. Вот. И как бы внешние края вот самого себя вот так немножко сжимаем. Чувствуем контур. Чувствуем границы своего эфирного поля. Как со стороны. Можно делать шарик вот перед собой, а можно делать шарик еще одновременно самого себя. Так вокруг. Внутри, чтобы ты был. Тоже полезная техника. Это на самом деле кажется, что все просто. На самом деле очень много полезных, сложных вещей там. Не так просто. Следующая мудра руна. Это руна рассвет. Рекомендую использовать. Это очень просто. Она вот. Это вихрь. Полностью сжата, чуть больше. Второй уровень. Третий и распрямление вверх идет на сюда и вот. Вот так, ну, по желанию, но вот лучше вот так. Так это указание пробой. Нет, вот так. Именно распрямление. Главная идея, вот, выпрямляется, и энергия идет и вверх. Если сделать вот так вот условно и поднять вверх и попробовать дотянуться до солнышка наверху мысленно, интересное будет ощущение, наполнение. Вот так вот энергия сразу начинает течь с руки.
Вот, лесенка, подъем, рассвет, восход, вихрь. Я привязал к этому еще руну соответствующую, с тем же названием, скажем так, и с тем же функционалом. И это мой подарок вам. Чувствуем. И делаем сами. Вот перед собой и вверх. Можно вот так вот почувствовать перед собой и направить на либо хорошего человека, тогда он получит поддержку, либо не очень хорошего. Тогда все вампирчики просто, ну, почувствуй сам, что с ним происходит. Вот так, как отсечение вампирчиков всего плохого происходит. Ну и плюс к этому же, это синхронно с тем рассветом, что наложен на символе Цельнозора. Потому что вот это тоже руна. Ее можно, ну она на пространство работает. То есть можно во внутренний символ как бы повесить на внутреннюю сторону своего эфирного тела. У нас есть сфера, вот как бы внутри. А можно повесить тот вариант символа, который показал товарищ Сталин в фильме «Цирк». И проделать с собой то, что проделано с королевой Роя, с главной героиней. Там очень хорошая руна, сложная, многозначная. И символ там показан в балансе, не в момент запроса информации и обмена информацией контакта со Вселенной, а просто баланс. А следующий. Это ключ. Вот то, что показал товарищ Сталин на парашюте, это просто руна-ключ. Она активируется чуть иначе, вот так. Приведение себя в баланс. Но это на любителя, это не рекомендую, скажем так. Я даю простые, понятные символы. Еще один символ, условно, можно сказать, что острие копья. Вот так. Вот. Не вот так, нет, не надо. Это неправильный ромб. Цель не неправильный ромб, цель стрелка. Это означает все для победы. Это та руна, которую, скажем так, дарил товарищ Сталин всем тем, кто на параде Красной площади, всем красноармейцам. Для этого что-то пошло меняться. Все для победы, все на победу. Это вот такая руна и такой жест. Если вот так вот делать перед собой, вот такой некий такой треугольничек, двойной. Один чуть поострее, другой чуть менее острый, скажем так. Другой равнобедренный. Вот. И поднять вверх то же самое. Руки как потянуться наверх к солнышку. Тоже будет очень интересное ощущение, интересное наполнение. Работаем, воины, но это индивидуальная работа. Никаких коллективных работ и медитаций, ибо слишком много саботажников, врагов, слишком хитрожопых, которые пытаются проникнуть, повампирить, изменить, подосрать и так далее. Это то, что, скажем так, те руны, которыми работал товарищ Сталин когда-то. Но это то, что безопасно и спокойно может использовать любой воин. И с любым уровнем подготовки. Поэтому вперед. Стране навстречу, скажем так. Я уверен, что все получится и все только начинается. Работаем, воины. Добра. Так вот, еще один подарок человечеству, условно. От меня это еще одна мудра, на которую завязаны аж три руны, которые дают абсолютную защиту. И условно это все можно назвать все к лучшему. То есть все связано со всем и все к лучшему. Показываю. Это простая вот такая комбинация. Два полукруга. И вот тут главное, вот ключевой момент. Вот так. Завязать прикосновение, в общем, соединить большие пальцы. Можно поменять и посмотреть ощущения на другом плане. И если положить вот эту вот комбинацию, эту руну, это две скобки,
Это взаимодействие верхнего и нижнего, условно, гармония. Это соединение уровней, это все к лучшему. В общем, там 4 даже руны. А привязанные. Так что делаем вот так. И смотрим ощущения. Потом меняем. Вот это можно делать на животе, либо на пупке. Ну, условно, вторая чакра и третья чакра. Половая чакра и чакра воли. И смотреть ощущения. Можно также на груди, да хоть на лбу, неважно. Важно, что при этом происходит взаимодействие всех уровней и отсечение себя от лишнего и наполнение эфирного, астрального и ментального полей одновременно. Это происходит на рунном и квантовом уровне. Потому что теперь я так сделал, что вот это так работает. Смотрим ощущения и работаем с собой. И вот в этом состоянии прорабатывание, перерабатывание и передумывание врага будет более эффективно. Потому что образуется, опять же говорю, резонанс тел и некое единство. Ты выходишь на гармонию со Вселенной. Более того, это получается поддержка и символа, и меня. Получается, что я немножко буду с каждым воином. Это все, что я могу сделать на данном этапе моего, скажем так, жизненного пути, на этом уровне энергопотенциала и так далее. Всем богат. Ну, а на самом деле основную работу можешь провести только ты сам, воин. Поэтому вкладываем ручки в руны и смотрим те клипы и те фильмы, которые я показываю, рекомендую, либо просто понимаем суть, заложенную в этом, и разматываем эти все конструкции, эти руны, эту магию, и понимаем, что за этим. Чем больше осознаешь и размотаешь, тем больше энергии освободится, тем позитивнее будет карма, тем больше тебя отблагодарит Вселенная. И благодарность только начинается, потому что на самом деле все только начинается, и ничто не может отменить грядущее. Добра, воин. Работаем. Следующий шаг. Пока просто работаем в сознании, пытаемся вспомнить как минимум свою жизнь, свою. Очень важно вспомнить первое свое детское воспоминание для получения целостности хотя бы на уровне этой жизни. И после целостности можно будет идти дальше по возможности, как смогу, я напишу статейки на эту тему. Но опять же, лучше идти самому, изучать вещи самому. Не нужно надеяться на какие-то мои, не знаю, костыли, что ли, пинки, руководящие и так далее. Лучше всего ходить самому. Помним про точку «я есть», то есть сознание в центр головы. Прогнали вверх-вниз, а потом немножко за спину и идем вниз, постепенно опускаясь и ловим воспоминания. Можно даже так. Можно смотреть из состояния, из человека, можно из себя. Вот все, что на этом уровне. Можно так опуститься до поясницы, ниже, и там уже пойдут, условно, прошлые жизни. Условно, это за спиной и дальше. Можно просто так вектор выстроить, просто назад идти, можно назад вниз, можно просто вниз. Это опять же все индивидуально, работаем со своим индивидуальным внутренним миром и внутренним сознанием. Можно совмещать с техниками различными энергетическими, можно с мудрами. Могу дать еще одну мудру, скажем так. Вот, колечко 2, цепочка для восстановления. Ну и вот эти пальчики тоже соединили. Получается вот так у нас. Некая замкнутость вот тут. И вот так у нас некая замкнутость. То есть правый указательный с правым большим. И вот так расслабленная кисть, ненужная напрягать, лежим.
Можно опять же вот так делать, вот так делать. То есть те руны, которые я уже давал, и вот это. То есть вот смотрим, вот так связали и смотрим, какие ощущения идут. Расслабили и положили вот условно на животик руки. И смотрим, как меняется энергетика, как идут потоки вокруг себя. Потому что я на эту мудру наложил руну. С рунами пока вот с теми, которыми я работаю на Земле, никто работать не может. И люди не могут никакие, тем более масоны не могут работать с этими рунами. Я взял эту руну воссоединение целостности, скажем так, воссоединение цепи. И наложил на эту мудру. И всякий, кто делает такую мудру, теперь уже с некоторых пор на тонком плане используют эту руну, но опять же через хороший фильтр, потому что руна в том виде, в котором она есть, глубинная, она, назовем это первородная, глубинная, она не для людей, скажем так, может сжечь просто-напросто. А тут некий такой фильтр, посредник, хороший. Можно совмещать с мудрами, можно совмещать с квантовыми помощниками. Кто-то может судью привлечь, он мягонько работает, расчищает, убирает лишнее, скажем так, принесенную карму, раздает сестрам по серьгам, но в обе стороны. То есть, да, он разошьет, но, да, господи, от бумеранга никто не убегал. Господи, как в одной юмореске один иудейчик говорил, господи. Так вот, поэтому я бы не стал бояться этого привлечения каких-то квантовых помощников. Понятно, что можно и с диагностами работать, ну и с судьей-милиционером тоже. Но, опять же, это, условно говоря, костыли-помощники именно. Работать лучше самому. Поэтому приступаем, работаем, делаем. Лучший способ дойти куда-то — это просто идти. Времени мало, и более того, начав работать с воспоминаниями, можно понять на определенном этапе, что времени вообще нет. Поэтому действуй. Можно совмещать с любыми иными вещами. Это уже на вкус и цвет. Тут шаманы некоторые рекомендуют мухоморчиков поесть. Если, допустим, псилоцибы — это работа с пространством, то мухоморы — это работа со временем. Но опять же, на определенном этапе, на определенном опыте и с определенной техникой безопасности. Ничего плохого в этих веществах, расширяющих сознание, нет, поскольку нет привыкания. Для меня больше опасности, допустим, я вижу опасность в употреблении людьми алкоголя и сигарет, потому что с точки зрения фармакологии это наркотики. У них есть привыкание, у них есть вредные эффекты. А вот в этих веществах, допустим, как и в ртути, потому что это запрещенные вещества, ртуть, которые когда-то лечили. Есть учебники 60-х, еще 70-х годов, где при завороте кишок 3 капли ртути рекомендовали выпить, чтобы, извиняюсь, просраться. То есть никто не считал это опасным. Куча приборов была с ртутью, а сейчас она стала опасной. То есть нам не только историю переврали, нам все переврали. То же самое вещества определенные. Тот же ЛСД в психотерапии использовался очень-очень долго и успешно. Нам очень много переврали. Так вот, чтобы восстановить истинную картину, поможет перепросмотр. Сначала просто нужно вспоминать, а уже потом всякие добавки, изыски и все прочее. Просто вспоминай, воин. Время пришло. Пришло время помнить все. Добра. И вперед. И вот для тех, кто просил разные техники для работы с местами силы, сейчас попробую показать. Держи. Поскольку здесь своеобразное место силы, которое напоминает мне просто некую чашу, емкость, коровье вымя, так. Такое впечатление, что я здесь в каком-то парном молоке, такая вот энергетика, то здесь просто сложно не почувствовать гармонию Вселенной. И для этого лучше всего подойдет простая техника, например, расширение сознания и чувствование гармонии потоков. Нужно просто почувствовать восходящие и нисходящие, расширить сознание как можно
шире и дальше. И когда вот эта вот огромная масса наполнится, как облачко, чувствуешь, тогда можно взять какую-то одну ситуацию, одну проблему, ну, условно, 1% всего, что чувствуешь, и поменять. Больше не нужно. Вот самое маленькое, что можешь изменить. Чем меньше воздействие, чем оно тоньше, тем оно эффективнее и масштабнее. Это первая техника. А вторая техника – работа с рунами, но работать с рунами людям напрямую не рекомендуется, да и нельзя. Но через мудры, привязанные к рунам, а я привязал одну мудру к одной руне, можно работать и нужно работать. И поскольку мы говорим сейчас о работе вместе силы и ощущении гармонии со Вселенной, фрактальности, единства, связанности всего со всем, цельности бытия и Вселенной, и себя в этом мире, то даю еще одну руну от Цельнозора. Руна направления Вселенной, поддержка Вселенной, поддержка Кона. Она простая. Две ладошечки, вот так или вот так, кому как удобнее. Можно над головой, можно перед собой, можно ниже. Можно и вот так, и вот так. Это другие руны, но вот даю новую руну. Идет поток, как бы он ни ходил, даже проблемы они направляют, исправляют. Вселенная гармонизирует всех нас, ибо ничто не может отменить грядущего. Все на пользу. Руна или мудра, все на пользу. Две скобочки. Куда бы ты ни ходил, тебя выправит Вселенная. Просто сложи ладошки вот так, чтобы почувствовать этот поток и чувство гармонии Вселенной. Все просто. Добра. В кадре. Ты просто как-то держишь, интересно. Ну, нажимай. Нажала. Привет, соратники. Вот в этом месте силы, на месте того, что раньше называлось бы алтарем, вместе классного восходящего потока даю еще одну мудру, которая позволит все сконцентрировать, весь поток, и направить вверх. Это анти-три шестерки. Вот мизинец и большой палец, и потом восходящая лесенка. Мудра привязана к... Я привязал к другой руне. Да, я так и вот можно почувствовать прям поток энергии вверх. Вот. И вот чувствуем, что идет. Это потрясающе, мне нравится. Указательный прямой вверх, а все остальное, концентрация и по спирали вверх направляет. Вот. Хорошая руна, похожая на спираль. Я привязал к этой мудре, тот, кто вот так складывает пальцы, направляет вверх. Чувствует поток. Работаем, все только начинается. И сейчас я вам показываю очередную руну и мудру. Сейчас, если закреплю телефон. Нужно всего лишь почувствовать восходящий и нисходящий. Все на самом деле просто. Руна похожа на домик. Крыша. Мы берем вот так и вот так. У нас была вот такая руна. У нас была такая руна. А сейчас просто-напросто вот так. И вот так. Делаем вот так, это крыша. Можно вот так. На каждую чакру. И чувствовать восходящий поток. А можно делать наоборот. И накапливать нисходящий и постепенно опускать на каждую чакру, заполняя все уровни. На самом деле ничего сложного. Сложно — это все ложно. Все, что просто, это стоять по свету. Здесь замечательные закаты, которые мы с Моной периодически провожаем. Да, Мона? Да. Мона пришла меня снимать, но немножко позже, чем надо. Я уже все показал. Ну, соратники, на сегодня достаточно. Сегодня, повторяю, замечательная дата, три шестерки. И сегодня руна, которая позволит наполниться на всех уровнях, если так, и закрыться от всех вредных воздействий, если вот так.
И сегодня я показал вам это замечательное место. Чувствуйте, вот здесь восходящий поток, вот там нисходящий, хотя кому как. Моно есть чуть-чуть, шляпа. И вот замечательный бар в Доброй Воде, который стоит прямо на месте силы. Приезжайте, потрясающий вид, рекомендую. Такое я видел только в Черногории. Ну ладно, добра, соратники, всем пока.